выехали в Титеров в гости. Сейчас скидывала все на компьютер, все видео с телефона, и походу там что-то поудаляла. Ну посмотрим, что там за 18 число осталось. Не знаю. Но мне кажется, ничего толком не осталось. По станице школа. Пятерочка. Ехали, называется «Мальчики сразу смотрят». Короче, буду ехать медленно, чтобы они хоть немного поспали. Тут вообще близко, но сейчас заехала на заправку на Русойл. Тут там 5% скидка, по-моему, по выходным. Раз я сейчас прям подзагружена, столько КАМАЗов. В смысле, не КАМАЗов, а фур всяких таких, прям большущих. Так, сами да, в аквапарк мы не поехали. Короче, мы уже приехали. Приехали. Афоня, все поспали 5 минут. Сонные. Надо по всем. Еще не дошли до площадки, уже нагулялись, да? Самой рыбы нет. Просто тут магазин рыбалки, да, Гриш? Спокойно, чтобы дорогу не переходит. Не, ну все правильно. Не, ему-то надо. Пришли мы на... Марк, иди сюда. Да. Иди сюда. Марк. Давай, Антош. Антош, микрофон давай. Да. Купили Марку микрофон, а он не работает. Еще неизвестно, может работает. Просто его новая карасишенечка. Короче, наши дети хотят на все платное. На бесплатное им уже не хочется. Гриш. Ой, потому что тут куча всего платного. А. А. А когда мы куда? Мы или в рощу приезжали, что-то наподобие такого было это. Марк. Куда ты собрал? Гриш, держи его. Да сам. Ну что, погнали. Теперь Гришина очередь. Гриш, давай мне. Ух ты. Гриша. А тебе звук не нравится? Подождите, ты на желтой? Тут даже на лошадке можно прокатиться. Вот лошадка. Вот на лошадке я бы прокатилась. Ты будешь кататься? А? Не забоишься? Может, прокатимся? Давай. Ну вон же лошадка поехала, ты видел? Прокатиться? Ну давай, съезжай с горки, пойдем сейчас спросим, хорошо? Нужно спросить, ты спроси у тети, сколько это стоит, хорошо? Афонь, ладно? Мама, ты не ну как это я, ты же хочешь. 150 рублей, да? Может, сейчас ты на большой захочешь. На кусок масла. Кнопа зовут, да? Сейчас, секунду, Надо только спереди. Где голова, где хвостик, подходить нельзя, понимаешь? Потому что лошадки, они так, добрые. Антоха с Гришей, я же думаю, там все нормально. Да, я думаю, мы что Гриша... Мы пошли к ним. Да, хорошо. Потому что вы сейчас поедете. А я...
Погладь, погладь. Нет, погладь. Только не Вена. Умненькая. Не, мы ее гладим. Кнопа, да? Мамляка тупо падает. Ну, папа тоже подойди потихоньку, ручку протяни, не бойся, главное. Значит, он не целует, понятно? Ну, не надо ее целовать. Очень, она злится, пойдемте. Пойдем посмотрим, где Антоха, пойдем? Ну, я пойду. Все? Хорошая, добренькая, да? Ангелин, пойди. Да Фоня не может помахать. Не можешь, ты держишься, да? Не трогай, только сзади не подходи, Антош. Скорая помощь, да. Хорошо, Афань? Мама, где мама? Мы же сфотографироваться можем, да? Да, конечно. Ой, что же вы сказали, хотите, я вас остановилась, где вы хотите? А, прости. Спасибо, Афань. Спасибо. Мы... ищем ее. Нет уже. Тогда пошла вас искать. Пошлите ее тоже искать. Это парк вот возле церкви, который. Афонечка, подожди. Лошадки молоко не дают, это коровы дают. Афоня говорит, она молоко дает. Нет, пошли. Пиццерия не трогает. Сейчас пробует. Ну как этот лемон? Прям чувствуется такой вкус лимона. Сейчас Афоня попробует, он прям горький такой. Настоящий лимонад. Но Афоня такой не будет. А тебе как? Вкусно. Вкусно. Пицца. Мама, картошку заказала. А вот картошку мы, по-моему, не заказывали, да? Заказать картошку? Ну, сейчас закажем. Соус, Антон. Да, хорошо. Ну, роллы там мы себе заказали. Главное, пицца. Давайте съедим пиццу, потом картошку. Что ты? Это Антоша делает. Телефон забирает. А правда, где он? А мама его спрятала. Вот это материал получится. Все, мы тут все поели, мороженое поели. Ты доволен? Антоха захотел еще картошку фри. Говорит, что тут все едят картошку фри, а мы не едим, да? Папа, а рублей 50 не можешь добавить? А что? Зачем? Нет. А мы все будем на батуте. Так, я Гришу не вижу. На батуте? Да сейчас вон он там будет. На батуте, наверное, не будем. Не знаю, пошли посмотрим. Ой, Афонька. Где Гриша? Сейчас найдем его. Чего ты так переживаешь? Я что-то переживаю. Пошли. Решили, что мы не будем все в магазин заходить. Я хочу батуте попикать. На батуте мы сейчас на фонтан пойдем. А потом домой. А на батуте. Нет. Нет. Нет, мы не мочимся, мы не мочимся. Нет, мы не мочимся. Мам, смотри, птичка. Гриш, ну пожалуйста. Пошли. Быстро. Нет, Гриш, пошли вон на лавочку, идем пить. Она сейчас такая... Мама, на лицо! Что? Это вода! Мама, представляешь, я такой... Вон то отверстие, где останавливается, и бутылка такая на лавочке. Да. Гриш, не надо только так делать, ладно?
Да? Холод? Не надо, сынуль, тут дорога рядом. Да. Мне особенно нравится, что здесь помидоры растут. Это самое классное, да? Это самое классное, что тут вместо цветов помидорчики. Какой классный фонтан. Но все равно возле воды как-то так свежо, да? Мочиться не надо. В руку можно, да. Марк, пойдем фотографировать? Нет, он застегнуться хочет. Мама, ты уже... Вот у него прикольно. 3-4. Вот сюда, на тетю Женю. 3-4. Ну, что-то получилось. Да? Смотри сюда, сынок. Афонь, не шевелись. Смотрите на меня. Смотрите. У меня змея. Марк. Садитесь еще раз, Марк. Фоткайте, давайте еще. Антош, садись. Марк, не надо так делать. Афонь, садись. Афонь, садись хорошо, где садись. Где мы эту руку пойдем? Стой. Он вот так же сделал. А да? Как он? Почему так счастливы дети? Потому что мы здесь нашли магазин дисков. Первый и последний. Афонь, иди сюда. Да, купили Грише Battlefield 4. Грише... FIFA. Ему лет 5 уже Battlefield. А Афоне что-то там 700 игр, да? Пошли, пошли. Нет, не надо перелазить. Так, пошлите. Антош, пошли. Папу не снимай, да? Хорошо.